Мама, посмотри, какая красота вокруг. Да, сынок, красивая у нас страна. Мама, а почему люди мусор на обочине оставили? Не знаю, малыш. Может быть, они не любят нашу природу? Папа, папа, смотри, кто-то костер не потушил. Жаль, что люди не задумываются о том, что огонь может навредить живой природе. Пап, а как в речке поселились ботинки и корзинки? Эх, это люди засорили водоем. Давайте увезем этот мусор в контейнер. Я всегда буду беречь природу, потому что я эко-ленок.